Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 950. Коля подсчитал, что на завтрак, обед и ужин он съел 10 конфет. Докажите, что хотя бы один раз он съел не меньше 4 конфет. Всего 10 конфет. Если бы Коля ел по 3 конфеты на завтрак, обед и ужин, то съел бы всего 9 конфет. А так как конфет 10, поэтому хотя бы один раз он съел 4 конфеты. То есть хотя бы один раз он съел не меньше 4 конфет. Мы ответили на вопрос в задаче. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.